В рамках форума выставки «Учебная Сибирь» в Новосибирске по благословению главы метрополии состоялся форум молодых ученых-гуманитариев «Перспектива развития искусственного интеллекта. Гуманитарный аспект». Организаторами форума выступили Новосибирская православная духовная семинария и областное министерство образования. В Новосибирском экспоцентре открылся крупнейший образовательный форум «Учебная Сибирь». В нем принимают участие делегации из разных регионов России, а также из стран Азии и Африки, преподаватели вузов, колледжей и школ. Но главные гости – школьники, будущие абитуриенты. Молодые ученые, студенты, семинаристы, представители различных гуманитарных наук здесь встречаются на этой площадке и обсуждают крайне интересный и важный вопрос, связанный с искусственным интеллектом. Это наше будущее, которое настает. И вот как относиться к искусственному интеллекту, какие существуют нравственные и моральные рамки, эти вопросы как раз сегодня будут обсуждаться. Надеюсь, что наша совместная работа принесет благие плоды, которые будут интересны и представителям церкви, и представителям гуманитарных наук, потому что это наше будущее, и как его принимать, зависит от нас. Тем, кто стоит на пороге выбора будущей профессии, готовы помочь определиться. На выставке представлены десятки стендов учебных заведений. Примечательно, что в этом году на УЧСИБе представлена Новосибирская православная духовная семинария, готовящая будущих священнослужителей, катехизаторов, иконописцев, певчих церковного хора. Да, действительно, семинария первый раз в таком формате. Здесь представлена, у нас здесь и мастер-классы, это тоже удивительно для духовных школ. Но мастер-классы, они особенные по иконописи, по каллиграфии, по духовной образовательной программе здесь рассказывается. И, конечно же, еще о истории церкви. И, конечно же, хотелось бы, чтобы люди, которые присутствуют на этих мероприятиях, увидели это, подошли, в какой-то мере познакомились с историей церкви православной, духовной жизнью, и, может быть, в какой-то мере у нас появится новый абитуриент в семинарии. Примечательно, что во время работы форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Новосибирской семинарией и Сибирским университетом потребительской кооперации.